Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Wii Games, продолжаем. В принципе, нас ничего тут не держит. По идее. Сундуков вроде как больше тут никаких нет, тут священник, сейчас проверю на всякий случай. Но бесит то, что вторую палку не дают для этого. Для мага. Воу, и нету палки, блин. Ну ладно, я все равно Крис всегда качаю и... Ладно, видно будет, я не знаю пока. Еще был комментарий, типа, почему бы не продать вещи, которые, типа, мне мешались. Блин, ну, я вот насчет этих банок с панацеей, хер его знает, а вдруг они пригодятся, я же не знаю. Тоже такие умные все. Да. А если тут... сучары, блядь! Ах вы суки! Вот это мразь! Ах ты падла, блядь! Я понял. Не наебёшь систему, сука. Повезло. Уроды, блядь. Забор поставили. Блин, у меня на 10 кастов... Ой, даже больше. Надо еще один уровень, и будет здорово вообще. На 15 почти там кастов. Мне бы по площади, вот что. Давай в уровне посмотрим. Блин, вот это надо качать. Вот это говно надо качать, блядь. Блин, закрыли проход, суки. Блин, я сейчас так довыебываюсь, он по магичке ударит. Ладно. Только ради этого убью. Атака 2, ладно, атака нужна. Атака нужна. Ах ты, блядь. Ну, говорят, они не бесконечные. Ладно, зато покачаться будет на них нормально. Это надолго, ребят, этот бой надолго. Я никогда не ускоряю, вот это ничего особо не делаю. Я играю, как играется. Интересно, сколько респавна будет? Кто бы сомневался, блядь. То, что ты дебильный, я понимаю, да. Тун-ту-дун.
Ну вот это уже неплохо. Да заебал. Но он, по-моему, не бесконечный. Иначе я тут запарю. Это надолго, я буду качаться. Вот этой хуйней сесть заниматься. Так что вы тут надолго, ребят. Что-то новое. Я такого не знаю, сейчас заценим. Пока я до туда дойду, бля. Смотри, как принципиально, сука. Блять, ну ебаный рот, забыл, что это копье. Палку надо одеть. Хоть говенную, но одеть. Ну блин. Я надеюсь, они больше не полезут. Хотя еще парочку раз могут вылезти, сучата. Опасная клетка, могут толпой полезть сразу. Блин, мне бы заклинание прям на толпу как кастанул бы сейчас. Очень долгий бой будет. Очень. Просто мудень. Вот и все. А вот что делать дальше, блять? Да, блять. Заебали вы улазить, сука. Thank you.
Да. Это, конечно, пиздец. Не, ну я могу... А, я не могу, я продал дальнобойные копья. Блять, что же делать с ними-то, а? Попробую. Ха-ха-ха, блять, заебись. Теперь он умирает, нахуй. Блять, охуенно. Охуительно. Заебись, блядь. Бля, я не знаю, что с ними делать, сука. Он их так подставил, мудак. Ну не держит он, у него нихуя нету ничего. Ну это ушника, блядь. Ни брони, ни здоровья, ничего. Ну, ты понимаешь, да, какая хуйня? Ладно, надо двигаться, наверное. Блять, не боюсь, я не хочу. Блять, ну сейчас лучник сдохнет. Ну какой бред, а? И не один, сука. Нет, 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 ни один хиллер не ходит. Почему всегда в шанинге такая хуйня, а? А спасибо, уже не надо, хуесос, блять. Блять, это меня накаляет просто уже. Я не знаю, что с ними делать. Ну, вынес я одного. Это что такое, блять? Ну вам пиздец тогда. Ой, хорошая вещь, дальне. Лучник сходит, может мага вальнуть? Лучник! А, он только ходил недавно. Блять, какой живучий, сука, кентавр, а? Да он сейчас убьет. Смотри, второй крит, и пиздец. Бля, кто-нибудь дальнобойный может походить? Ну, это понятно. Блин, отвлекся прям на минутку. И эта сука похилила всех, прикинь. Ладно.
в очко себе засунь. А, блядь, заебал. Плохо. Да ладно, блядь, это магией можно промахнуться, чё за дебилизм, блядь? О боже, какой идиотизм. О боже. Ты должен был сдохнуть, сука. Вот кусок говна, блядь, а. А, я понял, блядь, тебя игра, я понял. Минус дальнобойный воин, нахуй. Пидорасы, блядь. А, ясно. Сука, идиотизм, как он увернулся, блядь? Просто горит. Зачем же так бой затягивать? Ну зачем, блять? Ну... Блять, еще кто-то звонит. Ну идите нахуй, а! Только что он ходил. Ой, боже! Вот чавушником бы я добил. Ну, пидорас, а. Прям бесит, сука, начинаешь записывать, не звонил никто, блядь, до записи. Начинаешь записывать, сука, всем, блядь, не имется.
остался последний маг, блядь. Мудила. Пошли нахер, суки. Лучника жалко. Не буду эту клетку занимать, я подожди. Сейчас, сучонок, сейчас. Блин, если бы магички у меня не было, я бы не знаю, что бы я делал тут. Только что ходил, ебать! А теперь я ее не поставил. Ха, похуй. Убью эту мразь хотя бы. А, резисты, блядь, подъехали. Она умирает, все. Блядь, тупость ебаная. Ой, блядь. Ой, боже. О, боже, ну как же тупо, а. Блядь, повезло. А маг отошел, недобитый мразь. У меня нет дальнобойных. Нету, блядь. Был лучник, сдох. Блядь. То по 7, то по 5, то по 8. Блядь, как алгоритм урона рассчитать? Вообще не понимаю. Ну, сука. Наконец-то я прошел, а? Ой. Это просто издевательство какое-то. Хил кончился. Давай, кентавр, ходи. Нет? Получай пизды. Блин, надо на червей оставить. Thank you.
Оставит одно хп, смотри. Это чё за деб... чё за бред? Что с уроном, блядь? Не понимаю. Просто не понимаю. Да. Плоховато. Сдохни нахер. Ай-яй-яй-яй. Один шаг оставить, смотри. Блять, какой бред. Идиотизм. И сколько? Фу хп? Пиздец. Нет слов. Он всех, сука, врагов, что ли, уворачивающимися сделал? Я был, блядь, в ахуе. Но это неправильно. У меня магия кончится, я не дойду так.
меня и хил кончился. Практически. Я молчу, блядь. ХП, ну... Атаки бы, атаки бы. О боже. Не стал бить, потому что мало хп у него. Нет смысла тратить столько много. Может, ты апнешь, нет? У меня кончается все. Раз. Ну все, пиздец. Блять, бред ебаный, сука. Охуеть. Охуеть.
просто охуеть, блядь. Какой бред, ебать! Это маразм, нахуй. Это маразм, блядь. Ладно, сейчас будет быстрее. Так, делать битвы — это маразм, нахуй. Хуесос, блядь, 4-го уровня, блядь, конченый нахуй. Блять, просто маразм. Да, такого бреда я еще не видел, ни в одном моде, блять. То он отнимает 5, то он отнимает 9, то 8, блядь, я не знаю. Сука, руки бы оторвал тому, кто это делал. Вот прямо взял бы, сука, и оторвал, нахуй. Ой, блядь, горит у меня, ребята, горит. Просто полыхает, блядь. А чё, лучники не респавнятся? Странно, да? Долбоёб! Блядь, ну сука! Ушника забыл воскресить, прикинь? Ты ебать! Опять всё заново. Сейчас, ребят, короче, доберусь до пустыни и включусь, заебало. Парился. Кентавры хорошо, кстати, более-менее танчат.
Это надолго. У Люка вот такая херня появилась. А, она на ближника. А ушника вот чё. Ну я приберегу. Сколько же я должен этих червей перебить, а? Это пипец. Хорош. Попробую. Ладно. Блять, ты сколько же можно вылазить, а? Рискую опять. Опа, там мало дают урон, маленькие, они появляются, это жопа.
хп одно, блядь. Прикрою лучника. Это смешно, блядь. Ну это правда смешно. Отлично. Атака поднялась хорошо. Блять, ну это смешно. Ну это правда смешно. Мне прям смешно с этого, серьезно. Плохо. Рекорд, 4-й уровень до сих пор. Thank you.
Очень геморный бой. ХП 3, атаки. Блять. Сука. А смешно, блядь, честно. Блять. Ебать. Тупее дерьма я в жизни не видел. Ну вот и все. Охереть. Это просто бред. В очко себе засунь этот урон, блядь.
Да, такого лютого пиздеца, блядь. Я давно не видел. Но вроде заканчивается потихоньку. Заканчивается, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, какой бред, ебать. Да уж. Тварь, блядь, недобитая. Чё, ГГ, всё? Чё это? Хил, ладно. Мне просто ХП не хватит. Я хз вообще. Это дебилизм, блядь. Делать бесконечный респаун, блядь. Ну это пиздец. Ебать, идиотизм, сука. Я хуею. Цирк, блядь. Пиздец. Но я не знаю, что делать. Я не знаю.
такого бреда, блядь. Как можно вот это пережить? Это бред. Ну, блядь, это пиздец. Я тупее хуйни не видел. Только не говорите, что мне магов надо просто убить, блядь, а я тут ебу голову. Я просто не понимаю. Вот честно, я не понимаю, что делать. Главный дохнет, блядь, эти спят, ну пиздец. Я уж понимаю, что я никуда не уйду здесь. Такого бреда, блядь, я никогда не видел. Хуже нет, некуда, блядь. Да хули толку, он все равно подохнет от мага, блядь. Ну это просто бред. Это просто бред. Ну сука, нет здоровья у пидораса, блядь. Ну как я должен этому противостоять? Как? Ну где баланс, блядь? Ну нету его. Я просто иду. Тупо. Было бы у главного ХП, все было бы нормально. А у него ХП нет. Что это какой-то пиздец? Thank you.
Главный должен сходить отойти, иначе конец. Конченая тварь. Просто тварь. А, понятно, блядь. Они, да, у меня, блядь, никто не ходит, маги походили, блядь. А толку? Толку-то, блядь, ну не доходят они, суки! Ну, блядь, ну ничего не могу сделать, ну ничего, блядь. Ну все, это поражение. Блядь, а ну ёбаный в рот, ну... В пизду этот мод, нахуй, ребят, давайте заканчивать, я ебал, нахуй. Пишите в комменты, что делать, я не понимаю. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги, и надеюсь, увидимся в следующей серии, если меня хватит. Это я в ебанутые моды играть не хочу. Все, всем пока.